застила горизонт твоей луны, которой нет. Открыла ночь огромный зонт, встречая розовый рассвет. Там на сиреневой луне ты так хотела быть одна. Не забывай обо мне. Ты засыпала у окна, когда встал новый день, такой же, как и всегда. Ты улетела так далеко, когда пришел этот сон, возникший не обо мне. Ты позабыла все. Забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновенье, на мгновенье, оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю сожаления, сожаления. Застила горизонт твоей луны, которой нет. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Волознев Роман, мне 22 года, я из Минска. Я буду топить за Валерия. Давай. Это наш стиль. Валерий! Обратите внимание на этого скромного, не побоюсь этого слова, красноречивого человека, который пел с самим Томом Джонсом, да? Да. Да. В отличие от Константина, он знает, что такое сцена, он на ней вырос, и он, скорее всего, на ней умрет, да? Спасибо. Да. Это великий артист, пронесший сквозь вот эти все перипетии разных социальных строев, разных денег, вот ту божью искру, которую мы называем между собой за Уралом рок-н-ролл. Спасибо. Спасибо. Жалко, что этот парень, о котором Сергей рассказывал, не пришел сегодня. Но, в принципе, мне понравилось. И вдруг в конце программы честно, мы выяснили... Аргументов будет немного. Очень правильная нота. Я с точки зрения консультации, вам ничего не надо. Что, когда вмешиваешься в процесс одаренного человека, иногда это не нужно. Никаких нравоучений, советы, как избежать мин неправильных движений и как гипертрофировать только что у вас есть. Отдаю должное. Если вы как композитор хотите развиваться, тут у меня вопросов нет. Тогда, конечно, Константин. Как артист, наверное, Сергей прав. Я, знаете, вот я хотел бы сказать, что реально это было очень по-музыкантски. То есть видно и слышно, что вы мыслите не столько как вокалист, сколько как музыкант. И для меня, правда, очень важно, что за вас проголосовал Валера. Потому что он человек, правда, вот с абсолютным и с таким очень каким-то принципиальным и глубоким вкусом. Я хочу сказать, что мне вот вообще, в принципе, вот все это время хотелось Валеру называть по отчеству и не в силу возраста, а потому что у Валеры, если кто не знает, отчество Миладович. Да. То есть Валерий Миладович — это какой-то такой мой кармический тезка. Мистика. Не знаю, да. И я приглашаю вас к себе в команду, но если вы выберете Валерия Миладовича,
я тоже буду рад. Большое спасибо за такие слова. Это невероятно просто слышать. Я, если честно, не надеялся, наверное, даже и на одно кресло сегодня. Это большая честь стоять перед вами. Так как я пишу много авторской музыки сам и хотел бы реализоваться как композитор в том числе тоже и представлять слушателям и свою авторскую музыку, то я выбираю вас, Константин. Спасибо. Более интеллигентного борьбы еще не было. Спасибо. Блин, почти там вообще вот с первых нот. Взаимно. Теперь взаимно. Знаешь, когда ты начал петь, я вообще, мне показалось, что ты умрешь, если нам живет. А потом мы все затихли, мы поняли, что это музыка. Что ты хоть и самый скромный на нашем проекте этом, но один, наверное, из самых даровитых. И я очень рад, что ты с нами. Спасибо большое. Искренне говорю. Спасибо. Добро пожаловать на борт. Спасибо. Спасибо большое. Передохни и возвращайся. Спасибо, ребят. Счастливо. Спасибо. Thank you.